1 липня до храму святого великомученика і побідоносця Георгія, що на Київщині, прибула чудотворна ікона Божої Матері Толкська. Побачити і прикластися до святого лику, а також послухати історію святині, мала змогу і наша знімальна група. У селищі Водогін на вулиці 8 березня розташувався невеликий затишний храм святого великомученика Георгія Побідоносця. Нині його духовенство і вся парафія відзначають знаменну подію. І от у нас велика радість і милість Божа. То, что у нас сейчас прибывает образ Пресвятой Богородицы Толкская. Это почитаемый список, который привезен нами из Нежинского женского Свято-Введенского монастыря. История оригинала известна многим людям. Толкская икона – это икона, которая явилась в XIV веке. На месте, где Толка впадает в Волгу, пресвященному епископу, который увидел этот образ, и впоследствии он был явлен на этом месте, и вот существует по сей день. Почитаемый список был в Введенском женском монастыре в Нежине до революции, потом был утерян и вновь подарен монастырю уже вот в 2000-е годы. Шановану копію, яка вже багато років перебуває в Ніжинському Введенському жіночому монастирі, було передано туди з Толкського жіночого монастиря, що під Ярославлем. Саме там зберігається оригінал святині. Эту икону в 2000 году получили матушки в дар. И она сама по себе тоже представляет огромную историческую ценность и духовную, потому что она тоже древняя, сама по себе ее писали несколько сотен лет тому назад. Насельниця Ніжинського Введенського монастиря розповідає, що чудеса в них розпочалися ще під час перевезення святого лику і звершуються постійно. Перше чудо в нас в нашій обителі було, коли пономарь получил исцеление язвы желудка. И он очень благодарен Пресвятой Богородице. Также было чудо, у нас мальчик не ходил ногами, родился, а конечности ног, как бы врачи сказали, что инвалид на всю жизнь. Вот. И заключение это есть. Родители, конечно, в панике, вот, как быть, что по врачах, по всему. И чудным образом они к нам зашли. И батюшка говорит маме, ты читай акафист Пресвятой Богородицы Толской. И молебен, приходи, будем служить. Вот святую водичку, масло. Пусть ребенок принимает вовнутрь, конечности смазывает. И через время мальчик пошел ногами. Щоб помолитися і прикластися до святині, храм відвідала велика кількість людей. Як парафіян, так і тих, хто приїхав сюди уперше. Ми дуже чекали всім храмом і людьми цю ікону. Когда она прибыла, мы ощутили, насколько сильная, насколько все люди приходили со своими горестями, со своими нуждами. И каждый, даже простой человек, всегда к Божьей Матери может обратиться со всеми своими потребностями, так сказать, со своей болью любой. И Божья Матерь никого не оставляла, если человек приходит с верой, с покаянием. Мой малышонок вот... Может, неверующие люди не поймут, но вот верующие будут точно знать. Вот это чудо во плоти, потому что мне по здоровью нельзя было иметь малыша. Пресвятая Богородица помогла тоже нам и выносить, и родиться. И вот всегда, когда мне тяжело, знаете, по здоровью, потому что мне и сейчас сложно со здоровьем, я прошу, Пресвятая Богородица, помоги. Тоже чудо, что она у нас сейчас. И детки преклоняются, и у нас есть такая возможность преклониться и иметь возможность вот, и исцеляться также. Когда привезли икону эту, это, конечно, было, это что-то было, потому что икона старинная, икона уже намоленная многими поколениями, не только нашими. И это, конечно, такая благодать идет от этой иконы. Чудотворна святиня перебуватиме в Георгіївському храмі до 22 липня. Щодня о 18:30 перед образом звершують водосвятний молебень. Відкритий храм із 8 ранку до 8 вечора.